Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Делается это уже, подчеркиваю, не один год с целью восстановления не только самой реки, но и ее притоков. Потому что без спасения притоков говорить о какой-то, значит, рабочей программе по спасению самой Чусовой просто бессмысленно. Очень важно, что в этом году эту тему поднимают уже на федеральном уровне. Не столь давно Общественная палата Российской Федерации провела большое заседание, посвященное экологическим проблемам бассейна реки Волги. В этом заседании принимали участие и представители Свердловской области. И, как известно, Чусовая относится к одним из самых грязных притоков Волги, Камы. Соответственно, без восстановления таких рек, как Чусовая, говорить о самом бассейне Волги, о его чистоте тоже не приходится. Проблема в том, что мы все знаем о том, что в реки Волга, Чусовая, другие реки идет большие стоки промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Значит, эти стоки, они представляют собой, так будем сказать, регламентированные сбросы. То есть, в принципе, их возможно считать и учесть. Это не так страшно, как страшен тот вопрос, что есть так называемые диффузные стоки. Это те вещи, которые по факту вообще невозможно просчитать. То есть это периодически там строительство, значит, вдоль рек, разливы, которые там, к сожалению, периодически аварийные, там, которые, к сожалению, периодически бывают. И смыв там осадков, дорог, со строительных площадок, еще чего-то.